Телеканал «Беларусь-5» приглашает всех своих зрителей на настоящий праздник, в котором соединились спорт и искусство. Это шоу звезд мировой художественной гимнастики. И в ближайшее время нас ожидает настоящий спектакль, посвященный любви. Впрочем, вы все увидите сами. Самые невероятные истории на Земле написаны о любви. Кого-то она окрыляет и вдохновляет, кого-то же, напротив, делает несчастным. Но именно благодаря ей мужчины и женщины учатся говорить над...
кажется, актуально говорить здесь не только о любви мужчины к женщине, но и о любви спортсмена к своему виду спорта, к художественной гимнастике. Ведь без нее ничего бы не было. Я боюсь, что такие сказки уже не в моде. Тогда расскажи модную сказку, но обязательно про любовь. Хорошо, я попробую. Как обычно начинаются сказки? Ах да, жила-была принцесса. Умная, красивая, у нее была замечательная работа, она увлекалась спортом и вовсе не мечтала выйти замуж за принца. Ты уверен, что это правильная принцесса? Конечно, современные принцессы, они именно такие, смелые, самоуверенные, но несмотря ни на что, у них доброе и нежное сердце, которое мечтает о любви. Екатерина Галкина и вокальная группа «Орнамент». Екатерина Галкина – это представитель нового поколения художественной гимнастики. Надеюсь, она еще не раз заявит о себе. Жил самый обычный среднестатистический принц. Только он очень хорошо маскировался, чтобы никто не узнал, кто он на самом деле. Жил, поживал себе, как все обычные принцы. Ходил на футбол с друзьями, работал, пел романтические песни в караоке. И надо признаться, им интересовалось немало интересных принцесс. Oh!
Минагава Каха и Сакура Хакаява, Япония. Наша землячка Мария Трубач, Республика Беларусь. А это наши гости из Франции.
еще одна история любви из Франции. Представительницы французской художественной гимнастики на нынешнем этапе Кубка мира показали неплохие для себя результаты. Ксения Мустафаева заняла 5-е место в личном многоборье. А вот девушки-групповички вышли в оба финала в отдельных видах. She's resplendent, la scène, la scène, la scène. I realize I'm hypnotized, la scène, la scène, la scène. I hear the moon singing a tune, la scène, la scène, la scène. Is she divine? Is it the wine? La scène, la scène. Параллельно с этапом Кубка мира проходит и турнир среди юниоров «Хрустальная роза». Так вот, Анастасия Рыбакова, которая сейчас была на ваших экранах, заняла 3-е место в упражнении с лентой. Change to the world, reaching out for a soul. It's kind of lost in the dark. Maybe I, maybe you can find the key to the stars, to catch the spirit of hope, to save one hopeless heart. You look up to the sky with all those questions in mind. All you need is to hear the voice of your heart. In a world full of pain, someone's calling your name. Why don't we make it true? Maybe I, maybe you. Maybe I, maybe you. Maybe I, maybe you. You look up to the sky with all those questions in mind. All you need is to hear the voice of your heart. In a world full of pain, someone's calling your name. Why don't we make it true? Маргарита Мамун, один из лидеров российской гимнастики, мне кажется, очень символично выступала под песню со словами «Maybe I, maybe you». Действительно, идет очень серьезная конкуренция в российской команде за первую строчку, за место лидера. Но на Минском этапе Кубка мира у Маргариты 3 серебряных медали в отдельных видах и бронза в многоборье. Thank you.
немножко грузинского национального колорита. Вы знаете, что в нынешних правилах очень большое внимание уделяется танцевальной подготовке. Существует практика приглашения хореографов в команду. Девушки специально занимаются танцами. В частности, у нашей команды такая подготовка проходит по субботам. Ну и вот один из плюсов для постановки номеров для шоу-программы. А сейчас готова подарить свое выступление Яна Кудрявцева из России. Такой чувственный и тонкий номер Яны Кудрявцевой, Россия. В Минске она завоевала сразу 4 золотых медалей. 3 медали Яна по праву выиграла в отдельных видах и стала абсолютной чемпионкой. Впрочем, быть абсолютной чемпионкой ей не привыкать. Она впервые получила это звание на чемпионате мира уже в 15 лет. И стала самой юной абсолютной чемпионкой по художественной гимнастике. Навстречу принцу ушла такая легкая, солнечная, ни на кого не похожая принцесса. Pişmanlıklar şimdi neye yarar? Çekip gidenler, her şeyi birden çizenler, unutanlar. Dayanır mı bu gönül, yaşanır mı bu ömür? Aşklar yenilmeden, göz yaşlar dinmeden, hasretler bitmeden ağlarım, ağlarım yine, feryadım nafile, nafile. Baby.
hatıralar, son pişmanlıklar, şimdi neye yarar? Чемпионы мира 2013 года в многоборье, национальная команда Республики Беларусь. Но мы вернемся к нашей сказке. В этот момент принц больше всего жалел, что у него нет замка на скале. Белого коня, хоть самого захудалого, да что и говорить. Даже букета цветов под рукой не оказалось. А ведь навстречу ему шла не просто девушка, а принцесса. Та, которая оставляет след вечности. Та, которая всегда светит, как самая яркая звезда. Невероятная и восхитительная любовь Черкашина и Юрий Селезнев. Хотя и оставила ковер как гимнастка, но не уходит с него. Теперь как тренер она помогает тренировать наших замечательных гимнасток Милетину Станюту, Екатерину Галкину, но и других девочек, которые входят в состав национальной сборной команды Беларуси. You are the can replace. Look around at you. I can replace.
And how I prove how it is every step you take, how the move you make, every watch you break, every smile you fake, every claim you say, I'll be watching you. Every smile you fake, every claim you say, I'll be watching you. Селезнёв! Ну, а мы, Саша, вернемся к нашей сказке. Ты знаешь, это только в сказках. Принцев мало и на всех их не хватает. А в настоящей жизни благородные рыцари готовы сражаться за сердце прекрасной дамы. Так случилось и в нашей истории. Наша прекрасная принцесса не увидела в нашем герое принца, потому что на ее пути встретился другой, яркий, дерзкий и очень талантливый. А какие песни он пел! Даже в страны заморские выступать ездил. Дамы и господа, Тео и Арина Шарапа. You showed me times, but I'm no Patrick Swayze, you're no Jennifer Grey. I told a story, but I'm so sorry. I lost my train of thought when you called me my sweet cheesecake. I don't wanna be a champion someday. I'm not gonna be a boyfriend someday. I don't cover all the maps trying to escape. Cause I'm tired of being your sweet cheesecake. To meet you on my way, don't stay on my way. Hey, you dial my number, your dream starts crumbling. You want me to be the man I'll never ever be. I don't wanna be a stupid up someday. I'm not gonna be a boyfriend, it's too late. I look over all the maps trying to escape. Cause I'm tired of being yours, bitch, you stay. I don't wanna be a stupid up someday. I'm not gonna be a boyfriend, it's too late. Trying to escape, cause I'm tired of being yours, we just stay. I don't wanna be your toy.
надо было брать на Евровидение в сопровождении Тео. Хотя, судя по идеально стройной фигуре Арины Шарапы, чизкейками она явно не увлекается. Думу невеселую думать стал. Как завоевать сердце принцессы? Как понять, о чем она мечтает? А может попробовать измениться, стать другим, таким, чтобы она заметила, почувствовала, оценила? Менял маски одна за другой. Вот он, благородный рыцарь, вот печальный министрель, а вот похититель женских сердец. Но наша принцесса так и не увидела за десятком масок настоящего принца. Он страдал год, может быть, два, а потом ему встретилась другая принцесса. Thank you.
бояться. Не жду судьбы подарков, и тут не так все ярко, как в сказочных раскрасках. Верни меня обратно, я там забыл счастье. В ответ ухмылка в пасти и новый день, здрасте. За окошком лето, весна, зима, холодная осень. Это все, что мне календарь приносит. Недели, как зажеванная кассета на репит, как ее любимые куплеты. Снова кричу на маму, веду себя с ней грубо. Знаю, она одна меня по-настоящему любит. Телефон молчит уже несколько дней. Мысли о ней засели в голове моей. Твоя жизнь как спички, так давай гори. Продавай за рубли, куда-то идти. Разменял два циона за плечами, что? Снова один, снова непонятный сон. За окном снег талый, домой усталый. И бутылка пустая, мне повернуться к началу. В погоне за налом, часть себя потеряем. И в эти игры играя, вечность окажется краем. Окутаны стенами, мы буквами сделаны. Урбанистическая радость пульсирует по венам. Осели в пустом племени друг на друга скалами пенными. С луком и стрелами, пленными предложениями. Нападаем на мир, нападаем огня. И верни меня обратно, где все бесплатно, без мат. И я вряд ли, ну, найду в свете, играть буду в прятки. Но, ну, на свободе как в плену. Екатерина Галкина и Катя Галкина призналась, что ей очень нравится хип-хоп. Правда, пока она не решилась воплотить свою мечту в жизнь и выступить на соревнованиях под подобную музыку. Но вот видите, в шоу звезд смотрится Катя очень-очень гармонично. Призеры Олимпийских игр в Лондоне Марина Гончарова, Ксения Санкович, Наталья Лещик. Танго.
Наталья Лещик, Марина Гончарова и Ксения Санкович представляли нашу страну в Лондоне, где завоевали серебряные медали в групповом упражнении, а Ксюша Санкович выступала еще и в Пекине. Тогда наши девушки заняли третье место. Не устаю поражаться, в какой классной форме они до сих пор находятся, хотя со спортом они расстались уже достаточно давно. Мужчины и женщины говорят на разных языках и, не понимая друг друга, просто играют в какие-то странные игры. Нет, это сказка про любовь, и закончилась она по-другому. Принц стал самим собой, забросил маски, перестал играть. И принцесса увидела его доброе и чистое сердце. Потом они поженились, жили долго и счастливо. И умерли в один день? Нет, и у них было много-много детишек. Воспитанники спортивной детской юношеской школы Олимпийского резерва, «Динамо»-тренер Анна Рябцева. Является визитной карточкой белорусской художественной гимнастики. Именно с этих соревнований начинали свой путь многие гимнастки, которые уже стали по-настоящему великими, в том числе и Милитина Станюта когда-то точно так же выходила на помост, как вот эти вот маленькие, миленькие девчушки, воспитанницы Анны Рябцевой. Дорогие друзья, встречаем Руслан Асланов и воспитанники спортивной детской юношеской школы Олимпийского резерва имени Гадиевой, тренер Валерия Шейко. Ты хочешь знать, кто создал этот мир, кто жизни разум дал? Откуда эти звезды, я и ты, и кто нас в мир послал? Тебе ответить сразу не смогу, одно я смог открыть. Как хорошо на этом свете жить. Есть вечная любовь, что людям дарит небо. Есть вечная любовь. Знать, откуда
правда, солнце, свет, и что такое жизнь? Зачем живем, рассвета ждем, навстречу дню спешим? Есть сердце у тебя и у меня, ты слышишь этот крик? Как хорошо на свете жить, нам сердце говорит. Есть вечная такие сказки. Надеты на руки перчатки, и на лицо наложен грим. С носков на пятки, с носков на пятки, и вот я здесь веселый мим. То я лечу, как будто птица, то извиваюсь, как змея. Все то, что часто ночами снится, на сцене представляю я. А если непонятно что-то, судить мой зритель не спеши. Мое искусство не работа, а состояние души.
Вот такой был футуристический номер в исполнении воспитанницы Динамовской школы. Ожившая картина, ожившая статуя. Один из лучших номеров турнира Baby Cup, который традиционно проходит в конце декабря, чаще всего католическое Рождество. Но сейчас нас ожидает нашествие маленьких цыганочек, которые готовы поделиться своим мастерством и радостью со всеми зрителями Дворца спорта. Коих здесь собралось очень-очень много. Практически все места заняты, несмотря на то, что вход здесь далеко не свободный по билетам, по пригласительным. Самых массовых и в сегодняшнем шоу, и на Baby Cup, на котором состоялась премьера выступления маленьких цыганочек. И очень важна работа тренера, потому что подготовить сразу столько спортсменок — это дорогого стоит. You
Но несмотря на то, что эти девочки явно постарше, чем выступавшие ранее, вряд ли они знают, что такое СССР. И так очень интересный номер с тележками из магазина первый раз, честно говоря, такое видела. Но мы смотрим дальше. А в девушке, промокшей под дождем, прекрасную принцессу. Cette fois, c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi, tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers. Moi, je le disais pour te faire réagir seulement. Toi, t'y pensais. Moche ou belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous surtout au prochain rêve. Tous les mêmes, et y'en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes. Нилита Станюта, как всегда, прекрасно, очень подходит ей этот образ. На нынешнем этапе Кубка мира в Минске Милита завоевала медали всех достоинств. Она стала серебряным призером многоборья, выиграла золото и две бронзовые медали в отдельных видах. Говорят, что сказка – ложь. Но почему-то нам так хочется, чтобы даже самая невероятная история стала явью. Но ведь так в жизни не бывает, Саша. Конечно, бывает. Но только с теми, кто верит в сказку, в чудо. В любовь. Давайте споем вместе с нами, друзья. Теперь вы. Видел ли ты, как небо целует землю? Слышал ли ты, как земля поет небесам? Песни наших сердец звучат высоко во вселенной. Мы знаем точный пароль к нашим мечтам.
звезды во тьме. Покоряет сердце. Слышал ли ты, как она обретает слова? Объятья в ее согреваются наши надежды. Притяжение земли отпускает мечту в небеса. Звезды во тьме. Члены национальной команды Республики Беларусь, звезды мировой художественной гимнастики, Любовь Черкашина, Марина Гончарова, Ксения Санкович, Наталья Лещик, Екатерина Галкина, Арина Шарапа, Мелитина Станюта. Словно звезды во тьме. Артисты эстрады, театр современной хореографии Дмитрия Залесского, вокальная группа «Орнамент», Тео, Юрий Селезнев, Руслан Асланов, S.O. Music, Влад Гладкий, шоу-балет «Феерия», звук Богдан Карпов, экраны Олег Метелкин, великолепная команда волонтеров и помощников. Дорогие друзья, я прошу стоя поприветствовать тех, благодаря кому мы имеем возможность наслаждаться художественной гимнастикой. Аплодисменты главному тренеру национальной команды Республики Беларусь, заслуженному тренеру, заслуженному деятелю физической культуры и спорта Ирине Липарской. Аплодисменты благодарности старшему тренеру национальной команды Республики Беларусь в групповых упражнениях, заслуженному тренеру Республики Беларусь Татьяне Нинашевой. Государственному тренеру Виктории Кушнер, тренером и хореографом национальной команды. С вами были Александра Дроздова, визуальном исполнении Анастасии Закревской и Юрия Царевича, хореограф-постановщик шоу Елена Машканова, режиссер Вероника Янушевская-Алтушец. Я присоединяюсь ко всем словам благодарности, которые только что произнесли в адрес тренеров. И, конечно же, хочу поблагодарить гимнасток, ведь без них не было бы этого праздника.
Это долгие часы упорных тренировок, годы, затраченные на художественную гимнастику, только ради того, чтобы полторы минуты быть в центре внимания и быть лучшей. Я вам желаю оставаться со спортом, дружить с ним и, конечно же, смотреть художественную гимнастику. Всего хорошего!